Да, я понял. Это просто апокалипсис какой-то. Я ничего подобного в жизни не видел живую. Я вам серьезно говорю, это шок. Только сейчас я вижу последствия того, что я пережил позавчера. Из какого ада я выбрался. По этой улице я эвакуировался. По этой улице я уходил. И вот там чуть дальше меня ждала моя группа. И оттуда мы отсюда уехали. Если бы мы уехали позже или не уехали, мы попали бы еще вот в эту добавочку. Вы понимаете вообще, чего я избежал? Вот так нас принуждают к миру. Вот такая спецоперация Путина на Донбассе, а разбомблен Харьков, в котором никогда со времен Второй мировой не было войны. Смотрите все, смотрите весь мир, как Путин разрушает мой город, как путинские оккупанты разрушают мирный Харьков, в котором не было войны 80 лет. Наш город, который мы строили своими руками, который красивее любой вашей российской помойки, который вы приезжали и вас встречали как родных, город, в котором вас любили, город, в котором вам всегда дали бы приют, вам и вашим детям. Вы превратили его в руины. Это международное преступление, и вы за него будете отвечать. Запомните. Смотрите все, показывайте всем. Распространяйте это видео, не молчите. Душегуб убивает наших детей. Вы должны это распространять. Репост, лайк и репост. Вы не можете мир равнодушно смотреть на разрушение моего города. Это бесчеловечно, это геноцид Украины. Люди, остановите войну.